Hey guys, it's me, Alex from December Boys, and today is a very special video. Today I'm joined by this crazy dude. His name is Alexander Abramenko, and he's Olympic champion in freestyle aerials. 29-летний Александр Абраменко. Александр Абраменко. Александр Абраменко. Первое золото на Олимпиаде. Найкращий лыжный акробат сьогодні на цих Олімпійських іграх. He's going to tell us a few words about his career, and hopefully we will be able to teach him some cardistry. Make sure to turn in English subtitles right now, over there, and let's just jump. Вообще в детстве я занимался футболом. У меня папа хотел, чтобы я стал футболистом, но футбол мне не понравился. А вот в школу пришел тренер набирать группу на фристайл и позвал меня, пригласил. И я, ну, он мне рассказал, что там надо будет делать, сказал, вот ты заходишь, целый зал, там стоят батуты, дорожки, короче, можешь делать все, что хочешь. То есть он меня этим купил. У нас были условия. В Николаеве был вообще единственный в СНГ на тот момент трамплин для занятий этим видом спорта. И вот мне повезло то, что он был в моем городе, и благодаря этому я начал заниматься этим видом спорта. Сейчас, к сожалению, эта база уже устарела. То есть нам нужны новые базы, чтобы фристайл не умер, как спорт в Украине. То есть это не так, что пришел, сразу лыжи взял, обул, из трамплина прыгнул, у тебя там что-то получилось. Это в лучшем случае, дай бог, что по трамплину там вниз до конца доехал человек. А до этого надо и на батуте научиться прыгать, и все элементы выучить. Когда я только начинал, я даже представить не мог, что мне придется там прыгать. То есть для меня просто в тот момент съехать с трамплина, это было дико и невозможно. Но мне это понравилось, я загорелся этим. Я научился ездить по искусственному покрытию просто прямо. То есть вроде как бы ты там еще 10 лет назад сальто еле перевернулся, а тут уже тройные сальто там с четырьмя оборотами прыгаешь. То есть все это опыт и время. В нашем виде спорта, к сожалению, не секунды решают, а судьи. В Корее, в принципе, ну, повезло мне с тем, что я и сделал свой прыжок хорошо, идеально, и судьи... То есть им понравилось, и они решили, да, он заслужил золото. Погода может внести свои коррективы очень быстро, потому что это все-таки лыжи, скольжение. Я могу сделать элемент хорошо, но стоя на старте, я в принципе не могу быть уверенным, что вот отсюда я сейчас поеду, и у меня будет та скорость, которая мне надо. Я просто на это надеюсь. Ты уже, в принципе, вылетел с трамплина, ты уже ничего сделать не можешь. Там вот хватило скорости, ты исполняешь просто свою программу на 10 баллов. Не хватило, тут же у тебя переключается мозг. Надо понимать, как спасти элемент. И иногда это уже даже идет не то, чтобы спасти, чтобы получить хорошую оценку, а чтобы остаться целым. Тренер смотрит со стороны на это все. Его задача тоже подсказать в воздухе, что мне надо делать. Тебе вот колода золотая, поскольку ты чемпион. Есть такие нюансы, которые влияют, и обычный человек, он просто не понимает, что на самом деле столько всего может повлиять на исполнение чего-либо. То есть это вот, ну, мне со стороны тоже, я смотрю, да, это все так, как будто так легко, красиво, но если я возьму карты в руки, они у меня просто будут падать. Перетасовать можно, так это называется, рифл тасл. Буквально в 2000-х годах тоже такой новый вид, как и фристайл, наверное, тоже абсолютно... недавно начался, это различные манипуляции с картами. Он обрел больший масштаб. Ну да, это выглядит очень красиво. Проводятся соревнования, в принципе, поэтому, но тоже оно все субъективно. Точно так же нету, все зависит от того, ну, насколько да, понравилось люди... или не понравилось. Да, кому понравилась какая-то манипуляция или сделано было что-то, не знаю, что-то необычное. Плавное движение на какую-то вариативность. И это называется кардистри, то есть от слова карт и арт. Артист, все это вместе называется кардистри. Есть базовые элементы, как, например, веера. Да, допустим, можно делать веер с колодой, можно делать пружинку. Вот эту вот пружинку я могу просто в никуда запустить.
Ну, так вот только. Это очень хорошо для координации движений. У нас тоже есть такой трюк просто. Ну, я не знаю, правда это или неправда, но посмотреть, есть ли у человека координация, это есть такой вот трюк, допустим, пальцы так раз и вот быстро перебирать. То есть, ну, то есть для некоторых людей это проблема, он не понимает, как это делать. Да. То есть, ну, и это очень развивает на самом деле. Не обязательно там какие-то сальто делать, чтобы координацию движений и, ну, и моторику мелкую развивать. Шарликат – это такое подснятие, когда мы меняем расположение колоды, то есть меняем нижний блок с верхним. Давай пробуем научиться, я просто буду рассказывать, как стоят пальцы. А здесь у нас указательный, мизинец, безымянный, средний, большой с этой стороны. А здесь большим придерживаем так, чтобы половина колоды могла легко упасть в ладонь. Все правильно, отлично. Мизинец все еще остается здесь, он помогает карте не соскользнуть. И указательным пальцем дальше давим в эту часть. И позволяем ей пройти чуть-чуть дальше сюда. И вот видно, что большой палец уже мешает. Когда он начинает мешать, мы просто отпускаем. Блок оказался на все правильно, идеально. И теперь просто накрываем. Получилось первый раз, идеально. Точно так же опускаем, указательным проталкиваем нижний блок, позволяем нижней карте опуститься. Да. Только это мизинец. Мизинец должен всегда контролировать нижнюю часть. Вот этот элемент, это называется флориш, то есть такая манипуляция с картами. Падает нижний блок, мы проталкиваем указательным. Да. Супер. Это оно. Как будто только гипс снял. Отсюда есть вариации, когда мы просто прокручиваем блок, когда мы разделяем на три части, прокручиваем. То есть берешь карту, и она летит. Ну, это даже не надо. Ничего себе. Есть разные способы метания, но это самые простые, которые я научу. Держишь карту вот так двумя пальцами. Посередине лучше. Да. И разворачиваешь ее вот так. И теперь она должна отпрыгнуть от вот, то есть как трамплином у нас служит большой палец. Ты просто делаешь щелчок указательным пальцем. И она летит. Да. Смотри, получилось с первого раза. Вот это вообще супер. Мне очень понравилось. То есть если не воздух бросать, а просто вперед, то, соответственно, она будет лететь туда, примерно в то направление, куда надо. Ой, у меня вниз полетело. Ну вот просто такой же. О, да, да. С этой колодой, когда она новая, мы можем сделать веер. То есть веер выглядит так, или веер, если веер давления, вот так выглядит. Так, что надо сделать? Для этого нужно положить колоду чуть-чуть на бок и удерживать ее большим пальцем. Вот так. Чем ближе она будет к этой части основания большого пальца, тем более объемный будет веер сам по себе, но при этом будет сложнее, если ты полный новичок, поэтому предлагаю начинать с такого расстояния. Отсюда мы должны с помощью большого пальца давить на эту часть колоды, она уже немножечко под углом, чтобы помогала нам, и отпускать немного большим пальцем, чтобы можно было раскрыть. Это делается одним быстрым движением. То есть если делать медленно, будет тяжело, но это возможно тоже. Но она будет хуже раскрываться, да. Опять же, вот это понятие, оно вот... Тоже там сколько давить ощущение, надо. Да. Тактильное ощущение большого пальца. Чуть-чуть сильнее надавил, ничего не пошло. Влияет очень сильно. Ну, такой веерочек. Разворачивать их совсем чуть-чуть и поднемножку позволять им отпрыгивать от этого среднего пальца. Да. Да-да-да, отлично. И вот этот контроль, в котором не даем картам выпрыгнуть, это самая ключевая вещь в этом флорише, в этом движении. Просто так вот эффектно выглядит. Да, конечно, но это... Under pressure называется, и это элемент, как веер давлением делаешь, как будто, да, но при этом ты отпускаешь на середине где-то пути. Да, именно оно. У тебя уже начинает получаться буквально с первого раза. Правильное движение, ты его схватил? Начало. А начало контролируется, это тоже со временем, просто мышечная память очень много имеет, играет роль большую. То есть без опыта это невозможно сделать так, как я делаю с первого раза. И в этом ничего нет впечатляющего, в том, что, допустим, у меня получается, у тебя нет. Опять же, это практика. Оно начинает идти, я эту руку расслабляю, они начинают вылазить вообще. И левая рука вообще как была, так и стоит, только правая работает, точнее, держит. Вот, это оно. Движение правильное, опять же, практика и мышечная память. То есть неделя, вторая неделя, и если не получается, на день отложить колоду, на 2 дня отложить, через 2 дня попробовать, будет значительно лучше результаты, как ни странно. Вот. Но все равно первое как-то съезжает некрасиво. Не, ну я думаю, что первые результаты у нас есть. Когда у нас будут Олимпийские игры по такому мероприятию, то будем с тобой соревноваться.
Да, буду удивлять своих друзей. Всего большое за время. So guys, here's the deal. Now I'm checking some irrelevant stuff. What really matters is you checking out Alexander's Instagram for dope acrobatic tricks and crazy ski jumps. Soon enough, I learn how to do a backflip, so make sure you follow him if you want to see how I break my neck. I leave the link to his Insta page in the description. And I will see you in the next video.